В этом видео я покажу выполнение сразу нескольких второстепенных заданий. Для этого нам понадобится из экипировки только отмычка. И начинаем мы на набережной. Первым делом я направляюсь к задворкам ресторана. В ресторан мы проникнем через окно. Здесь можно пройти по карнизу. Спуститься немного по трубе. И снова по карнизу минуем одно окно. И нам нужно второе. Прежде всего, нам нужно взять рвотный яд. Это нужно для выполнения задания A Hair in My Soup. А теперь мы возвращаемся к первому окну, где у нас кухня. И наша цель – добавить рвотный яд в суп. Заходить нужно, когда повар к нам спиной. Мы готовим еду и добавляем рвотный яд. И тут же нажимаем звоночек, чтобы не было задержки со временем. Сейчас я дожидаюсь, когда повар сменит позицию и снова вылезаю в окно. А теперь я снова забираюсь в туалет и выхожу в зал ресторана. Сейчас мы ждем, когда инспектору Иса принесут приготовленный нами суп. Вот как раз ему приносят. И мы ждем действия рвотного яда. Здесь, как вы видите, начинается сюжетное задание. Certainty Principle. Поэтому можно начать с этого и завершить последующую миссию. Все, инспектору стало плохо. И мы идем в туалет за ним. Здесь мы его душим. И для выполнения сюжетного задания нам нужна будет его маскировка. Помимо этого мы также выполним испытание Climbing the Corporate Ladder. Я ее обратно сменю на маскировку Хитмана. И сейчас я покажу, как выполнить следующие два испытания. Выбираюсь абсолютно таким же образом по карнизу. А сейчас я направляюсь к апартаментам Иса, чтобы позаимствовать там зонтик для выполнения следующих двух испытаний. Квартира, где находится у нас зонтик, на втором этаже. Здесь как раз нам и нужна будет отмычка. К
сожалению, на улице заполучить зонтик незамеченным очень сложно. И сейчас мы направляемся к охраннику, которого мы должны оглушить зонтиком. Попасть туда проще всего через прачечную. Здесь мы вводим код 0118. И поднимаемся по лестнице. Здесь у нас два охранника. Но они не смотрят в нашу сторону, мы можем проходить. А наша цель как раз этажом ниже. Оглушаем охранника и кладем его на видное место. Нам нужно, чтобы его привели в чувство. И я поднимаюсь обратно на свою позицию. Сейчас мы ждем, когда тело охранника увидят другие охранники. Вот как раз это произошло. Его привели в чувство. Ну вот, все успокоилось, и мы можем снова спускаться. Здесь, чтобы остаться самому незамеченным, нужно следить за охранниками, чтобы никто не смотрел вниз. Вот, охранник отошел от края. И мы можем снова оглушить второй раз этого же охранника. Таким образом, в этом видео я показала, как выполнить сразу 4, как минимум 4 второстепенных задания. В последних двух заданиях, к сожалению, без найденного тела не обойтись. Поэтому рейтинг будет немножко ниже. Удачи!